Ольга. Они самая молодая и маленькая группа. Только старшая группа просто. Старшая и средняя группа. Средняя Георгиев или старшая группа. Они студенты ночное время. Все, готовы? Да. Тогда собрались. Вспоминаем весь рисунок. Я понимаю, что это танец новый. Ее чистить и чистить, но постараемся, да? И озвучиваем, понятно? Не стесняемся. Все, и готовимся. Thank you.
два варианта танца. Это девушки, классический танец, девичий танец и танец джигита. Это одна из немногих лезгинок, которые есть на Кавказе. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Мы молодцы. Ну да, молодцом им расти.